Алексей Гаськов на сцене. Итак, давайте поприветствуем Алексея. Интересно, почему же он выбрал здоровый образ жизни? Я выбираю, потому что я хочу, чтобы мама была за меня горда и чувствую, была бы рада за меня, ну, была бы горда. Я выбираю здоровый образ жизни, потому что это выбор. Алексей, погромче, ближе микрофон. Это выбор понимающего, образованного мужчины. Сам я занимаюсь волейболом. Я первый раз, когда я занимался волейболом, это был урок физкультуры. Учитель физкультуры заметил меня и сказал, что есть тренировки по волейболу. Меня это заинтересовало, я пошел на тренировку. И после тренировки я понял, что это мое. И с этого времени уже прошло 5 лет, и я понял то, что, проведя время на тренировках, я считаю, что не зря я в этом провел. Я считаю... Чуть-чуть ближе микрофон, чтобы лучше было слышно. Я призываю всех молодых заняться здоровым образом жизни и пожелать всем удачи. Спасибо. Спасибо, это был Алексей Гаськов.